Добрый день, дорогие друзья, с вами на связи интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Сегодня к нам на видеообзор попал нож офицерский, он так называется, офицерский. Он от компании «Пират», приходит к нам под следующей маркировкой ВД-04. Давайте откроем коробочку и посмотрим, что внутри. Простите, я немного сдерживаю свой смех по одной простой причине, что простому обывателю этот нож с первого взгляда напомнит офицерский нож ВМФ, с чем наш сотрудник, который служил в ВМФ, крайне не согласен. Он сказал, что данный нож похож на сатанистский нож. Ну что ж, ладно, давайте достанем его из ножен и посмотрим. Отщелкиваем нашу заклепочку, смотрим сначала на ножны. Ножны у нас очень интересные. Они тканевые, но здесь есть как бы каркас твердый такой. Вот видите, все прямо трудно выгибается. Также имеется дужка, чтобы вы могли одеть нож на поясной ремень. Вернемся к самому ножу. Вот такой вот симпатичный нож. У него есть несколько интересных моментов. Ну, во-первых, лезвие у нас выполнено из стали 40Х13 с твердостью 55 единиц пора КВЛ. Что это за сталь? Эта сталь у нас применяется для режущего инструмента, применяется для клапанов в автомобилях, ну и так далее. Разного рода клапанов в двигателях. Сталь, в принципе, достаточно твердая, хоть многие говорят, что сталь мягкая. Это все зависит от закалки, сразу вам говорим. Было много экспериментов, когда данная сталь очень хорошо себя показывала. Показываю вам вторую сторону. Как вы видите, здесь надпись «Офицерский», ну, собственно, его название. Заточен, точнее, форма лезвия у нас под шпагу, то есть оно как обоюдной формы относительно линии, по крайней мере, почти. Гард с упором, как вы видите, так что рукоять считается травмобезопасной. Головка ножа также является закручивающимся винтом, который вкручивается в обратную часть нашего клинка, то есть в хвостовик. В хвостовике имеется специальная для этого резьба. По поводу рукояти. Вы наверняка заметили, что она очень похожа на дерево. Могу вас удивить. Это не дерево, это пластик. Просто очень качественный, так похожий на дерево. Тут даже текстура, по ощущениям, как у дерева, покрытого лаком. Что еще по ножу можно сказать? Имеется желобок, он выдавленный, похожий на кровосток. Ну, естественно, кровостоком не является, это так, декоративное. Заточен нож сложным двухступенчатым способом. То есть, есть нижняя кромка, есть верхняя кромка. В толщину наше лезвие в самом толстом месте достигает 2,5 мм. По поводу других характеристик. Длина лезвия 149 мм, ширину сейчас померим. Значит, в ширину наш клинок 20,5 мм. Может быть, 24, нужно было сейчас повнимательнее смотреть. Вроде как по максимуму рассказал о данном ноже. Еще раз повторюсь, что кому-то он напоминает офицерский нож ВМФ, кому-то напоминает нож сатанистов или ведьм там, не знаю кого. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать полезные видеообзоры. Если вам понравился данный нож сатанистов, ссылка на него находится в окне с нашим видео. До свидания.